Здравствуйте, ребята, нас снова всем здравствуйте. Итак, это уже какая часть? Третья часть или четвертая, не помню уже. Прохождение маленьких кошмаров. Да, на английском это Little Nightmares. Ну а теперь давайте продолжим, нажимаем кнопочку. И на чем мы остановились, мы сейчас увидим. Сам уже не помню, на чем мы остановились. Сейчас загрузится и увидим, на чем конкретно. Мы вот здесь вот остановились. Да, все, я вспомнил. Так, поднимаемся мы по вот этой легендарной лестнице. Ребят, я все вспомнил. Это где они моют посуду, повара. Да, это легенда. Вот она, та самая пена, на которой... Да, я вспомнил. Ух, какую они там гору посуды просто моют. Просто вообще невероятно. Так, чувак, кого вы там пометили? И кого тут нет дома? Идите-ка куда вы подальше лучше. Никого реально нет дома. Идите дальше посуду мойте. Да никого там нету, реально, дядя. Никого тут нету. Так, все, а сейчас мы что должны сделать? Так, пока они там чекают им всякую другую информацию полезную, мы сейчас кое-что сотворим. А что нужно сделать? Так, а это нужно... Так, да никого тут нет дома. Никого тут нет дома, иди-ка ты куда подальше. Он такой смотрит, такой, еще за нафиг, где тут этот... Ты давай, журнал, иди дальше, посуду мой, никого тут нет дома, реально. Так, и там сверху что-то есть. Ну, что конкретно, я покажу, наверное, попозже немного. Так, нужно что? Так, пока он там... Вот это что-то 5-10 делает, во все, он уходит. Так, а мы тем временем активируем рычаг. Да, нам нужно вот эти штуки передвинуть. Вот так вот передвигаем их в противоположную сторону и прячемся, чтобы... А то нас повар снова услышал и захотел контору спалить. Чё ты с тарелкой, блин, бегаешь? А она у тебя случайно, дядя, не выскользит, нет? А ничего, то, что ее разобью. Разбить могу на изи, если чё. Знал или не знал? Так, а чтобы попасть нам на вот эти вот штуки, которые вы только что видели, я только что показал, нам нужно забраться на гору, на целую вот эту гарень с посудой. Так, нам нужно для начала пробраться за его спиной, чтобы он нас не заметил. А то как спалит контору, и все будет офигительно. Это так же, когда меня, например, на контроше спалили, как я списываю. Да, самый гениальный пример для сравнения. Так, теперь нам нужно пробраться так тихо. Главное, чтобы он не услышал и не увидел. Так, теперь пробегаем быстро и забираемся на эту гарень с посудой. Ну чё, аргуски, чё не работаете? Чё фигнёй страдаете? А ну быстро за работу. Чё, ваш главный шеф, все, до свидания. Поехал за хлебушком. Чё, вы довольно достаньте, вы маленького очень роста, потому что. И поэтому вам до меня не достать. Ну что, няня, всё, до свидания, твой шеф уехал. Давай, болван, иди отсюда. А ты тут откуда взялся? Ой. Так, а ну быстро сваливаем, а то он за нами сейчас гнаться будет. Так, сваливаем. Ах ты, сучёныш-то, поймал какой наглец. Так, а ну-ка давайте еще раз попробуем. Так, теперь валим быстро отсюда сваливаем. А то он нас преследует. Иди куда подальше, дядя. Все, иди нафиг отсюда, все, никого тут нету. Так, быстро забираемся. Да что ты говоришь? Все, ваш шеф-повар уехал, все, до свидания. Да что вы бутылками бросаетесь, блин, да нифига вы не достанете, вы бездельники просто. А ну быстро за работу, аргуски, быстро. Быстро, я сказал, за работу. Так, и мы забираемся дальше вон туда, и что нас там ждет, это очень интересный вопрос. Мы находимся, походу, на борту какого-то корабля.
Огромнейшая труба какая-то, и какой я мелкий. Да. О, какая лестница огромная. Точнее, маленькая, но длинная. Огромная-то она в высоту. Теперь нам нужно подняться по вот этой лестнице. А там нас ждут следующие чудики, которые очень толстые. Да, и если что, против людей с лишним весом ничего не имею. Не имею. И вон они, эти жердяи, блин. Не допрыгнул что-то или промахнулся слегка, засмотрелся на этих жердяев. Давай вставай. Да, мы на борту корабля находимся. Да куда ты, блин, лезешь, что? Давай хватайся за цепь, нам нужно забраться вовнутрь корабля. Давай вставай. Шеф, я главный шеф был, который свалил. Все, забираемся по цепи. О, вон они там, эти жердя. Интересно, не проломится ли эта деревяшка, по которой они идут, от их лишнего веса? А то, блин, они по размеру, как Воронин Лёня. Вообще отдельный вид искусства. Это как будто Воронин Лёня на минималках. Если чё, ничего против людей с лишним весом не имею. Это просто рофы вспомнились. Да, там вообще отдельный вид искусства. Забираться по борту корабля, и я вон какой мелкий. Что-то там желтое, если прищуриться, то вообще практически не видно. Если еще замаскироваться, вообще не видно, кто там. Забираюсь теперь вовнутрь корабля. Ух, вон, вот они, эти жердяи. Маленькие, толстопузые просто. Так, забираемся вот сюда, и что там дальше ждет нас? Че, сейчас мы с ними повеселимся, я думаю. Нехило повеселимся, это точно. Так, спрыгиваем. Так, здесь у нас заделана эта вентиляция деревяшкой, но мы ее оторвем. Забираемся в саму вентиляцию и помчали. Ой-ой-ой, кто там внизу? А вот они какие, ничего себе, блин. Отвлекся на этих жердей, блин, и сам провалился в пропасть. Да, вот такой вот я гениальный человек. Засмотрелся на этих жердяев. Так, там ничего нет интересного, когда я в вентиляции. Так, да залезай ты, ёкарный мамай. Вот, все. Теперь бежим. Осторожнее. Не будем на них отвлекаться, потому что, ну, сами видели. О, здравствуйте, вот они, эти жердяи какие. Да они, походу, еще более жердяи, чем Воронин Лёня. Да, вообще. А что там за тетка? Это, походу, что, финальный злодей будет, что ли, наверное? Скорее всего. Просто вообще. Мне кажется, что они даже более жердяи, чем Воронин Лёня. Так, пробираемся мы поверху, конечно же, потому что снизу они нас просто съедят. Потому что, видимо, они очень жрать любят. Очень любят жрать, скорее всего. О, они уже тут жрут. Да. Так, пробираемся вот. Да давай пробираемся. Ой. Вот. Ах ты, какой наглец какой. Он даже настолько жирнее, что он теперь ползает, блин. Иди нафиг отсюда. Все, до свидания, дядя. Иди нафиг отсюда. Все, никого тут нет дома. Че, кому-то что-то интересно? Так, а тут нам, походу, нужно, да, по вот этой горе не с посуды, которую вымыли наши повара, блин. Так, быстренько забираемся, пока нас эти жердяи не схватили. Да не достанешь, у тебя руки короткие слишком и маленький рост. Мне меньше жрать надо всякой вредной пищи, от которой можно растолстить. Давай, давай, блин, попробуй дотянись, блин. Ты вообще, блин, просто какой-то, блин, лобан какой-то гнусный. Так, а здесь у нас снова жердяи, что-то... Смотрите, как они просто запихивают себе в рот просто все. Все подряд все запихивают.
Ой, дядя Нина. Ах ты какой нагнец, блин, пытается до меня дотянуться. Смотрите, как он просто ест. Так, аккуратно, аккуратно, то сейчас как схватит просто и будет вообще. Эх, какой подлец. Он еще и меня съел, вообще просто обнагревший. Ему надо кол поставить в году. За такую работу только кол можно ставить. Даже не двойку, а кол. Ну что ж, сейчас попробуем еще раз, потому что, ну, что-то с первого раза не вышло. Надо опасаться, чтобы нас, ну, не схватили. Несмотря на то, что у них короткие руки, они все равно умудряются как-то достать. О, смотрите, как он просто запихивает просто себя, всю жрачку. Да иди тут нафиг, блин, совсем что меня обалдел, у меня есть, блин. Наглец просто, наглейший. Ладно, ничего, сейчас еще раз попробуем. Мы можем хоть миллион раз попробовать. Но миллион раз я, естественно, делать не буду, потому что я не такой клоун в этом плане. Сейчас будем снова пробовать, чтобы нас вот он самый четвертый жердяй по номеру не смог съесть, блин, иди нафиг отсюда. Дядь, ты что делаешь, блин, совсем что ли? С ума посходил, ты иди там нафиг, блин, не вздумайте меня жрать. Они вообще сжирают, вообще, мне кажется, все подряд, все, что видят. Так, здесь нужно передвинуться, во, все. Передвинулись и лезем, давайте дальше. Долезаем вот до вот этой штуки, и нам нужно на нее, конечно же, запрыгнуть. Ну, а что же еще? Во, все, запрыгнули, а мы скажем, ой, блин, не получилось. Я хотел вам закладку, блин, кинуть, и сам чуть не свалился. Так, вот, так, что делать, куда идти? Ну, походу, через вот эту скамейку, что ли, перелезать, да. Походу, ничего не остается, кроме как вот это делать. А сейчас, походу, жердяй у меня пометил. И он за мной сейчас, походу, помчится. А за мной толпин с жердяями идет. Не вздумайте. Не вздумайте даже за мной гнаться. Я даже смотреть не хочу на них, потому что мне вообще не интересно. Так, Аргузок, а ты что тут заигрывался? Иди, блин, в баньке попарься. Ох, какой он жирдей просто вообще. А как он разворачиваться там, блин, будет? Да иди ты, блин, куда подальше. Вообще просто клоун какой-то. Жирный клоун просто. Все, до свидания, дядя. Так, а чё, в смысле... А кто это там? О, легенда в виде повара. Так, где спрятаться? Где спрятаться, блин? Где это? Ты чё, совсем что ли обалдел? Как ты меня заметил-то? Блин, а куда прятаться-то? Чё делать? Ах ты какой, блин, бездельник просто. Всё, Аргузок, я тебе кол в этом году ставлю. Я тебе снижаю премию, точнее, лишаю ее, потому что ты, Аргузок, какого-то фига не на работе. Потому что те, кто не на работе, тому надо ставить кол в виде зарплаты. Всё, никого тут нет дома. Всё, дядя, никого тут нет дома, всё, иди куда подальше. Да никого тут реально нету, иди давай дальше, работай. Быстро за работу, Аргузок. Ух. Так он хлопнул дверью. Нихило, да. А что делать-то? А, что делать, я спрашиваю. До ручки я просто так не допрыгну. Что взять-то в качестве, ну, предмета, которого можно поставить? Когда, например, маленького роста... Короче, когда чел маленького роста, он подставляет себе что-нибудь в виде там стула какого-нибудь, чтобы дотянуться до определенного объекта, там, не знаю. И что делать дальше? Что делать? А это что за фигня? Что это такое? Что это там я сверху заприметил? А что делать-то нужно? Интересно, интересно, что же делать-то? Так, вот эту фигню я не могу сдвинуть в виде какого-то, как это назвать, даже не знаю. Тогда берем банку и попробуем ее подставить. Не-не, ее нельзя подставить. А вот этот вот кувшин, что, нельзя, что ли, взять тоже, да? Походу, да, нельзя. Интересно, интересно.
Так, а на сортир я не могу занести. А ну-ка давайте. Все, ребята, я вспомнил. Давайте попробуем разбить зеркало. Может быть, там что-то есть интересное, какая-нибудь закладка интересная. Да. Именно туда нужно. Вспомнил, все. За зеркалом все, оказывается, спряталось. Так, забираемся тогда по вот этой вот клетке. Да. Вот здесь вот надо проходить. Все, вспомнил. Так, идемте по трубам. Вот сюда, в эту щель пробираемся. И идемте по трубе. Так, что там повар делает? Он, походу, там занимается этим. Ну, короче, понятно, наверное, чем. Так, а мы разобьем вот эту фигню, чтобы сделать закладку в виде сохранения. Так, а давайте-ка поедем на лифте. Ну, потому что никакого другого решения я не вижу. Пока там повар, блин, что-то там... издевательством каким-то занимается. Или мясо просто там, или какой-то дербань, я не знаю. Так, сделали сохранение. Теперь что делать? А, нужно еще вот это вот сделать сохранение, потому что мало ли там что-то неожиданное будет. Так, а что там за дверьми скрывается? Спидранту Майнкрафту поехали! Вот он, этот гениальнейший человек. Это, походу, тот самый спидран по Майнкрафту. Точнее, не по Майнкрафту, а по маленьким кошмарам. Ой, за мной толпа жердяев идет. Идите вы куда подальше, блин. За все, что с ума посходили. Чего за мной гонять, блин? Просто вообще какой-то трэшняк просто. Полнейший, ничего себе, какой-нибудь толпой просто идут, блин. Да и вообще все ни по чем, блин. Так, быстро. Бежим. Нам нужно быстро бежать, а то сейчас какой-нибудь подлец меня схватит. Они на меня просто огромной толпой просто накинулись и зажали, блин, как в куче мали. Так, попробуй сейчас еще раз. Так, и побежали сразу же. Спидран по Майнкрафту, поехали! О, снова легенда в виде спидрана по Майнкрафту. Интересная информация, очень интересная. За мной толпа жердяев бежит. И главный из них это тот самый спидранер по Майнкрафту. Ну, а почему же еще может быть? Так, валим быстро. Заворачиваем по самому... кратчайшему пути, потому что иначе нам задница будет полная, и нас они задавят просто по полной. Так, быстро. Не вздумай меня даже. Не вздумайте меня доставать. Сейчас вы пожалеете, сейчас вы словите себе закладочку. Вот, блин, балбесы какие, один из них упал. Ну чё, все, один жердяй свалился. И спидран по Майнкрафту, видимо, не захотел дальше идти. Все, до свидания. Все, никого тут нет дома. О, жратву требует. Так, Галя, я требую жратвы. Когда голодный, я нервничаю. Так, где жратва есть? Да я вижу, что ты жрать хочешь, но где жратву-то найти-то, а? Братва есть где? Или не, нету, ее съели уже всю. А, где жрать есть? О, он мне колбасин предлагает. Мне предлагает вот этот чудик, похожий на гриб. Пытается мне предложить сосиску. Но это что-то феноменальное произошло, и... мой персонаж, для которого я играю, решил что-то съесть... самого вот этого чудика. Это что за нафиг произошло вообще? Так, ну тогда идемте вот в эту вот фигню в виде окна вот такого вот большого. И тут у нас лестница. Так, а это что там? Это что за тетка? Это, походу, наш главный финальный злодей будет. Интересная информация, очень, да. Так, и чем же нам... да, вот эти вот банки консервные, нам нужно вызвать лифт. Вызвали. Надеюсь, что там не будет этой той самой тетки. Так, давайте-ка.
Быстро посылайте мне его туда. И походу, ребята, это у нас будет финальный наш враг. Монстр главный. Ждем, пока мы доедем на лифте до нам определенного вот этого места. Выходим и смотрим, что у нас здесь интересного есть. У нас здесь есть вот это. Библиотека тут даже на минималках есть. И нам нужен тут снова ключ. Снова нужно добыть, походу, ключ. Так, ну тогда забираемся по лестнице, и может быть что-то здесь будет интересное. Так. Так, поосторожнее надо быть, а то мало ли она там находится. Да, вот она, это главная злодейка. А чего это у нее разбитое зеркало-то? Я что-то немного не понял. Немного реально что-то недопонял смысл. Вообще, в разбитые зеркала, ребята, смотреть не рекомендуется. Не знаю, почему, надо в интернете пробить, почему это происходит. Точнее, почему это делать не рекомендуют. Так, и это что за ваза с глазом? Так, а ну-ка, если ее попробовать разбить, что будет? Так, разбиваем и быстренько-быстренько прячемся, а то мало ли она там нахуй. Или она ушла, походу. Походу, да, ушла. Так, где у нас тут ключ? Вот он. Сквозь осколках я нашел ключ. Да, нам нужно теперь его вставить в ту дверь, которую мы видели в начале. Пуститься и открыть ее. И узнать, что там нас ждет дальше. Так, идемте, идемте, идемте. Так, бежим, 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 быстро, 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 чтобы, ну, сделать все побыстрее. Потому что я же тоже хочу увидеть финал, что у нас там будет. Так, вот мы ее и открыли, имеется в виду двери. Так, и тут я вижу кучу разбитых зеркал. Интересно, интересно. Ой, это что за нафиг? Иди-ка ты отсюда нафиг, все, и все, все, до свидания, дядь, четко. Ах ты какой наглец гнусный вообще. Тебе кол в году нужно ставить. Все, до свидания. Да, и куча тут зеркал разбитых. Вот просто интересный вопрос. А зачем тут куча зеркал разбитых-то? Интересная прям информация. Очень, да, очень интересная. Так, лучше нам, думаю, что сделать. Так, это что у нас здесь за куча каких-то манекенов, что ли? Так, а тут у нас закрыта деревяшкой, которую мы оторвем. На гвоздях просто держится. Ребята, а это что за... У нас за комната с разбитыми зеркалами и с одним только единственным цельным зеркалом. Зеркалом, точнее. Ну, давайте-ка, ребят, на сегодня мы, думаю, что на этом остановимся. А чтобы в следующий раз мы узнаем, что будет дальше. Ну, а если понравилась эта серия, тогда поставьте на нее лайк. Также не забываем подписываться, ставить колокольчик. Ну, а на этом, ребята, на сегодня все. И всем пока.